Российский православный университет объявляет набор абитуриентов на 2022-2023 учебный год. Уважаемые абитуриенты! 13 июня в Российском православном университете Святого Иоанна Богослова начинается приемная кампания. Здесь проходит обучение по следующим направлениям: теология, юриспруденция, психология, религиоведение, социальная работа, история, филология. Кроме того, возобновляется набор на направление подготовки журналистика. Это обновленный профессиональный курс, адаптированный к новой информационной реальности, чтобы сделать выпускников университета востребованными на рынке труда. Качественная журналистика современным обществом востребована как никогда. Задать любые интересующие вас вопросы можно по телефону +7 495 431 03 03 или написать нам на почту abitur@rpu.rf.ru.